Всем привет, это диджей Вичеланд, и мы продолжаем проходить игру под названием Far Cry. Тут у нас полная задница, тут эти придурки меня все бесят. Поехали, нам туда надо. Мне туда надо, я еду. Погоди. Наушник упоролся, вот. Блин, все равно упоролся. Так. Вот куда ты съезжаешь? Надо поставить так, чтобы он не съезжал. Вот. Пойдем посмотрим, что у нас там. Надеюсь, аптечка, броня, гранаты, автоматы и неуязвимость. Так, ну неплохо, неплохо. Ну сейчас какой-нибудь придурок с базукой попадется, им ничего не поможет. Конечно, это не стелсовая игра сейчас, вот когда я на джипе еду. Фига вас тут. А чего вас так много-то? Ведь какое-то бревно положили. Давай. Блин, я что, намертво застрял? А, это прям на пулемет, ты гляди. Давай. Черт. Давай куда-нибудь. Она двигается, я вижу, вижу. Давай. Ну же, ну, давай. Не хочет. А за пулемет? Нельзя сесть? Нет. Ну, походу, приехали. Наша цель не так уже и далеко. Так, нам куда-то сюда. Да их там до хрена просто. Их там просто до хрена. Так, надо какого-нибудь снайпера искать. Ага, пулеметчик. Дебош начнется. Или там тишина? А нет. Смотри, за пулемет сел сразу, зараза. Да, выше. Что такое? И другой за пулемет, да? Я у них никакого снайпера не вижу, но он потом объявится. Пару патронов надо на это дело оставить. Кто-то вон стоит. Виляет его, конечно, как я не знаю. О, а к нам гости пришли. Аж оттуда прибежали, что ли? Да ты перезарядился, придурок. Какой тебе приятель, ты? Жопа. Так, там жизни были вообще-то. Пойду за ними теперь, что ли? Что поделать? Они, наверное, аж оттуда прибежали, когда я первый раз из снайперки выстрелил. О, легче. Блин, наушники, хватит с ума сходить. Вот. Когда на максимум прибавляешь их, они нормальные. Но у меня уши отваливаются. Так. Кто-то бежит. Да здесь я, идиот. Блин, как громко. Долбаные наушники.
Регулятор упоролся. Зато можно прислушаться и слышно, как они, как слоны, бегут сюда. А музыка, конечно, это. Ой, блин. Не обосрался. Вас там сколько? Хороший вот этот угол. Они камень обходят. Не надо падать. Оставайтесь здесь, я приведу помощь. Надо где? Откуда? Снайпер издалека, я понял. Он должен выстрелить, чтобы я понял, где он. Понял, где? Ни хрена за этой травой не видно, ни хрена. А так он его не определяет по пяткам. Походу всех сняли. А где снайпер? Оп. Сиди там в болоте, лягушонок. Что, все что? А, нет. Где-то он там засел, его аж бинокль не определяет. Вижу цель! Я вижу. Они там по воде ходят, бегают. Я тебя! А я тебя. Кто там? Я не вижу. Где у них снайпер-то был? Сюда еще подобраться надо. Просто-напросто. Вот не надо таких резких звуков делать. Это очень сильно отвлекает. Ага, в оранжевый они какие-то опасные. О-о-о, блин, вертолета не хватало. Бегом сюда. Бесит меня эти вертолеты. А чё он ищет? Там нет никого даже. Ну и чё, вы их привезли? Ну, мы какие-то там. Не нажимается. Так, ну нам надо куда-то на этот насос, что ли? Все, мы тут хозяева теперь. Ходим как у себя дома.
Нам это все разнести к ядрине фени надо, видимо. Ты нашел старшего техника? Да, приложил его отдохнуть. Я как раз смотрю чертежи. Похоже, что главные клапаны находятся в секциях 4, 5 и 7. Отлично. Теперь направляйся в регулятор. Я отмечу места, куда ты должен проникнуть. Удачной охоты, Джек. Угу. В бетон я еще не проникал. Джек что-то залип. Сейчас кто-нибудь выйдет вот. Слишком тихо. Вот здесь, может, какой-нибудь броник лежит. И тут патроны какие-то. Какие-то патроны. Слишком все так тихо. Мне это не нравится. Такие большие ворота и тишина. Я у архива. Молодец какая. Не волнуйся, еще немного и можно уносить отсюда ноги. Вэл, будь осторожна. Я не хочу, чтобы твое спасение входило у меня в привычку. Джек, отмечаю тебя на GPS первый клапан. Фига раскорежила. Ты ничего не заметил? Ух ты. Ты жив? Их там полно. Вроде. Это типа рабочий, что ли? Кого там ищет, ходит? Прикольно. Вроде нет никого. Но это обманчиво, мне кажется, еще кто-то остался. Явно. Слишком тихо. Кто-то в кустах шумит. Ага, слышу. Спрятался такой. Ууу, да их там полно еще. О, музыка-то знакомая. Не, ну грузовики слишком палевны. Ну-ка. Пулемет, значит, да? Ракет. О, у меня ракеты есть. Это хорошо. Вот на снайперку патрон мало. Это не очень. Такой выстрел они явно слышали. Так, там никого больше нету. На вышке какого-нибудь ракетчика нет? Ну давай, одевай. Типа можно обойти там. А, можно типа на это эпично на грузовике ворваться. Да, попробуем. Погнали. Конечно, начнется сейчас. Тут.
Блин, что такое сейчас было? Ой. Я уж хотел вылазить. Джек, я у архива. Отсюда! Хожу внутрь. Вон кто-то ходит. Наверное, может, он базучик-то. Похож. Ходил, больше не ходит. Здесь тоже должен быть кто-то. Но тут нет никого. Еще попытка номер два попробуем, что ли? Ну давай попытка номер два. Только надо будет вылезти сразу и в воду там. Странно. Блин. Солнце, придурок. Так, кто-то ходит. Эти маленькие топоты, я их слышу. Закрыто. Такие большие ангары. Ага. Смотри, кокнули. Закрыто. Не, нам куда-то вперед там надо. Блин, хоть бы одно сохранение было, а? Тоже нифига нет. Вроде нет никого. Чего такое? Как я сюда попал? А, мост разбитый. Блин, а как туда попасть? Хм, а как нам теперь туда попасть? Если мост разбитый. Сломан. А, на машине подлететь, что ли? Может быть, кстати. Кто? Откуда? Ты откуда там взялся, придурок? Офигеть просто. Не видно никого. А тут нет вообще никого. Капец, он засел хорошо. С винтовкой он бегать даже не хочет. Не знаю, на этом мы, наверное, не подлетим. Да, попробуем. Эй. Понятно. Утопил. Транспорт взял и утопил. Молодец. Да беги ты. Блин. И опять все заново. Идут они такие. Угу. Гранаты, что ли, их снять? Взять этого ублюдка!
блин, рано кинул. Блин, рано кинул, а? Рано! Да какие они уроды! А, я их из базуки положил. Базука, раз, и нет никого. Никого? Никого. Там еще какой-то педик сидит. Готов. А там никого нет на той вышке? Или я снял базучик-то? А, да, мы сняли. Там с базукой, по-моему, парень сидел. А там? Это просто вышка. О! Это хорошо. Капец, через народ сколько сюда пришлось добраться. И то не знаю зачем, может и не надо было сюда. Так. А, вот же провод какой-то. Вот кто там сидит? Вообще его не видно. Где? Капец, он там засел, его не видно просто. В кустах. Ага, значит, вот три штучки. Ой. Три штучки, это вот... А, еще попасть надо. Чё ж тебе так виляет-то? Попал. Нету. Так, значит, нам... Я вижу по тросу нам туда попасть, да? Вон трос идет. Это с вышки. Боковой вообще. Как меня раздражает то, что мы не можем стрелять. А, я мог по штуке туда сразу. Блин, ну ладно. Надеюсь, не кокнут меня. Иначе эта миссия затянулась. Так, значит, нам надо туда попасть сначала. Как же сложно добраться до туда, оказывается. А как мне? А. Фига, как резко. Вот эта скорость была. Вот если меня сейчас кто-то тут убьет, это будет вообще. Я какими сложными путями сюда добирался, я бы сказал. Это вообще. Слышал? Объяви тревогу! Объяви сам. Я тебя уделаю. Чё-то не уделал. Так, а что мне тут делать надо? Так. Чтобы чего? А-а-а. Даже на этом гонять можно. Прикольно. Но это мне сейчас не пригодится никак. Ты ничего там не видишь? А что за хрень? Стоять, ублюдок! Тебя все хватит! Кому ублюдок? Для меня все только начинается. Я что сюда при... А. А, я думаю, откуда? Даже не пытайся! Хороший автомат. Какая-то карточка. Я не замечаю, как у меня здоровье пропадает. Ого, он бронированный.
Постараюсь. Видимо, нам сюда. Что это было? Ого. Что это было? Да что это было-то? Вау. С двух сторон это не прикольно. Да действие нажимаю. А, у меня не та карточка. Надо другая карточка. Там, видимо, нам не пройти. Карточка это не идет, да? Понятно. И сюда эта карточка не идет. Бляха-муха. На каком-то сраном пару помереть это вообще. Ты ничего там не видишь? Серия боль. Что здесь произошло? Когда знаний ноль. Значит, ищу. Тебе не скрыться. Хороший автомат. На этот раз, наверное, пойдем через верх уже. У них что, пистолет одни, что ли? Не, автомат хороший, но у него, на него патроны кончаются. Эх, не допрыгнул. Значит, нам все равно отсюда. Тут же карточка вообще-то. Температура в здании поднимается. Будь внимателен, не сварись. Тут же два чувака было. А где они уже? А тут у нас что? Ты слышал? О, прибежал. Нет, автомат не прикольный. По сравнению с тем, здесь вот тут был бы лучше. Они ходят так медленно, что-то там выискивают. Еще одна карточка. Где он? А, вот. Тик. Теперь нам надо найти выход, как отсюда подняться. А, ну вот. Не зря сюда сходил, не зря еще одну карточку взяли. Ты видел? Еще какой-то газ отключить можно. Во. А, вон где мы пришли. Я понял, где мы пришли. Вот здесь я сгорел. Ну, чего такое? А что тут? Кнопку нажал и все. Здесь я, видимо, не пройду. Придется обойти. Иначе смерть. Смерть невинуема. Сделано.
Поднял давление до максимума. Переходи к последнему. А, еще третью карточку. А-а-а. Вау. Блин, куда ж ты полез-то, придурок? Ой, не могу на него, какой придурок. Поднял давление до максимума. Переходи к последнему. К последнему. Кажется, я еще одну карточку в одном месте не заметил. Кейс. Гань. Все сделано. Так, сделано-то сделано, а что нам дальше делать? А газа нету больше. Ого, щиты. Ну чё, блин? Да, блин, закрой дверь. Чё он загнулся? Вау. Чё происходит? Следить за местностью. Дурдом какой-то. Вот если дурдом начнется, то все. А это ты. Сам кусай. Сам кусай. Чё он у тебя? Из мёда, что ли? Пидики одни предлагают свои жопы, блин. Так. Ну куда ты добрались? Обратный поток, я тебя понял. Нашел, блин, доктора. Обратный поток ему включать. Так, это обратный поток. Опс. Отличная работа, Джек. Основное питание отключено. Я направляюсь в архив. Буду выходить через вентиляционные шахты. Думаю, я легко смогу найти тебя. Будь в шахте и не высовывайся, и жди меня. Наконец-то предложили что-то стоящее. Я просто против умения сидеть и ждать. С вертолеты прилетят. То есть ты взрыв не слышали, что ли, придурки? Жив. Ага, жив он, иди проверь. Жив, жив. Блин, у них каски... Голову не пробить. О, они вон десантируются, знаешь. Сейчас я до тебя доберу. Сейчас ты умрешь. Сейчас ты. Знаешь, что ты сделаешь? Умрешь. Ты с дырочки так стреляю, блин. Как норка. Фига там сзади. О, блин, пришел. Военный. Один придурок где-то. Блин, спасибо. Иди я начну. Слышал? Непонятно, где я начал. Ух.
Серия вообще больнючая получилась. Наверное, здесь пока и закончим данную серию. Надеюсь, вам все-таки понравилось.